Приветствую вас, дорогие мои. А все, что попадается случайно, совершенно не случайно. И вот на такой прекрасной колоде, на одной из моей самой любимой, Лес любви, мы с вами посмотрим ответ на такой вопрос. А что он там себе вообразил насчет вас, конечно же. Загадываем партнера. Мысленно или вслух произносим его имя. Что он там себе вообразил насчет вас? Партнер может быть как и тот, который с вами, как и тот, который на расстоянии. Что он там себе вообразил насчет вас? Мои карты знают все. Подпишитесь, кто не подписан. И мы уже начинаем смотреть, что он там себе вообразил. Так, вот смотрите, по карте работа человек собрался работать над собой. Человек собрался работать работу конкретно, непосредственно свою работу. То есть основная масса его времени уходит на мыслительные процессы и на процессы, связанные непосредственно с его трудовой деятельностью. Хорошо, хорошо. Ах, вот почему. Ну, все теперь стало ясно. Вот почему он с головой уходит в работу. Он вас жутко ревнует. Смотрите, девчонки. Несмотря на то, в какой стадии ваши отношения, человек вас очень сильно ревнует. Так, по карте ребенок, он не знает, как себя вести. Он не знает, как себя вести с вами, потому что он, ну, вот немножко, знаете, сам по себе понимает, что он немножко безответственен в этих отношениях, что, по сути, ревновать-то вас он и правда не имеет. Вот. Но хотел бы всего скорее, если вы не вместе, начать все сначала. Да, ждет удачного шанса. Вот видите, карта удачи выпадает, ждет удачного момента для того, чтобы начать. Ага, ага, вот какой. Вот какой ждет, когда вы вот такая прям с леечкой прям придете к нему и начнете поливать ваше дерево любви сама. Тут человек надеется. Вот он, что себе вообразил. Ревновать-то он ревнует, он надеется, что вы первое выйдете на контакт, если вы не вместе. Либо что, если вы вместе, что вы больше будете проявлять инициативы, а он вот пойдет работать. А он будет работать, он будет думать. Но вам тяжело с такой позиции, да? По карте тяжелая ноша, вам тяжело с такой его позиции быть с ним вместе, либо быть в этих отношениях. Но вы все-таки, я смотрю, решаетесь написать ему письмо, да? Сообщение, звонок. Ну хорошо, ладно, а дальше что? Угу. А дальше начнется взаимное высказывание обид. Потом, поэтому 100 раз подумайте, стоит ли первой начинать выход на контакт. Ну, вот знаете, вот он ревнует, вот он хочет все заново, вот он пускай и делает. А вы, если первое проявить инициативу, как бы ему бы хотелось, вы все только испортите. Да, вам тяжело, я понимаю, но придется потерпеть. Он вас, кстати, с кем-то сравнил, либо с какой-то бывшей, либо с какой-то, может быть, просто с коллегой, да, что, а вот моя-то какая, вспоминает постоянно смотрю, говорит, ведьма, говорит, прям вообще все мои мысли, говорит, отобрала, забрала себе. Мужчина витает в облаках, потому что он не знает, что делать в этих отношениях, вроде ему хочется и заново, вроде ему хочется и от вас инициативы, и в то же время он еще не готов к той позиции, чтобы брать на себя ответственность за эти отношения. А вообще у вас любовь. Вообще у вас любовь. И дальше я карт не достаю. Я смотрю дно колоды, самоанализ. Вы оба работаете над собой. Оба много анализируете ситуацию и правильно делаете. Поэтому карта любовь, она всегда, любовь всегда побеждает все. Не торопите события, дайте им развиваться так, как они должны развиваться. Я всегда говорю, девочки, принимайте позицию наблюдателя. Это самый лучший вариант решения любого вопроса.